Друзья, всем привет, с вами Любомир Борода, это моя программа «Время пить чай». Сегодня хотелось бы рассказать о том, как вообще родился этот проект, его, так сказать, предыстории. Когда-то, в принципе, не так давно ко мне зашел мой приятель и сказал, не хотел бы ты сделать в городе что-то такое похожее, ну, какой-то проект, где можно брать интервью у различных известностей города. На что я ответил, что этим заниматься дудёвщиной такой я совершенно не хочу. Когда-то я пробовал, мне это не очень так как бы зашло. У меня куча каких-то своих дел, ну и, короче, нет. Ну, мы поговорили и, в принципе, разошлись нормально, как бы без обид. А потом просто появилась возможность пообщаться с мэром Александром Сенкевичем, попить с ним чая. И он согласился дать такое интервью, которое не касается какой-то политической деятельности, а больше про его личную жизнь. И мне самому, соответственно, было это как-то интересно, вот, поговорить с человеком, который руководит городом, да, и как он отдыхает, что у него в семье, ну и прочее. Этот выпуск вы можете послушать, соответственно, рассказывать его я не буду. Вот. Мы сняли этот выпуск тоже на такой, на подручными средствами, так сказать, в моем вот этом вот офисе, берлоге, как я ее называю, в котором я работаю. Ну и, соответственно, залили это в YouTube. Я не собирался продолжать, вот, но посмотрев на реакцию, особенно когда люди стали писать, вау, какой классный, запустили проект, продолжай, там что-то еще, ой, какой проект, смотрите, какой проект. И, собственно, из-за комментариев я понял, что таким образом мы все-таки родили проект, который, наверное, надо продолжать, потому что как бы одно интервью с мэром, ну, это какой-то такой выстрел в никуда. Вот, а как бы задаток новой передачи, почему бы нет. Вот, и когда называл даже сам видос, я хотел его назвать там что-то типа интервью там с мэром, что-то там еще. Жене предложила, она говорит, зачем ты будешь называть, ну, какими-то непонятными званиями, если у тебя есть уже свое брендовое, там, «Время пить чай». Это же классное, типа, название для выпуска. Я так назвал, и, соответственно, проект, ну, тоже стал называться «Время пить чай». А вообще «Время пить чай» – это такой лозунг как бы моего бизнеса, да, я занимаюсь чаем и, соответственно, торгую им, рассказываю о нем и называюсь «Время пить чай», украинской мовой «Час пить чай». И, собственно, проект пошел когда-то. У меня в YouTube уже примерно похожий проект был. Он назывался «Один день с». Мне тогда хотелось очень показать людей города Николаева, не тех, которые постоянно светятся на экране, либо там в Фейсбуке, каких-то новостях, а тех людей, которые делают всякие интересные вещи, интересные проекты, но этих людей мало кто видит, даже, может быть, видит, но не знает, что у них внутри. Мне хотелось показать обратную сторону медали, о чем думают эти люди, как они живут, как проходят их творческие или рабочие процессы и прочие такие вот штуки. И тогда первым, я помню, был Роберт Воробьев, Сигма, боец ММА, тогда еще бренд «Свастон», проводил турниры, которые назывались «Иду на вы», и к одному из таких турниров нужно было снять подготовку бойцов. И, соответственно, я снимал, как Роберт Воробьев готовится к этому турниру. Должно было быть что-то более как фильмом репортажным таким, да, как Роберт готовится, но получилось фильмом о его жизни, о его тренировках, о том, чем он дышит, куда он ходит в городе. Мы посидели в нескольких кафе, он рассказал и про Майдан, и про АТО, и про Азов, и, соответственно, получилось очень интересный такой пробный фильм, который я снимал на GoPro-шку, монтировал на MacBook'е, тогда поставил Final Cut, и первый раз вообще я обкатывал Final Cut на этом фильме, мне очень тогда это все зашло. И следующий была Яна Беляева, дизайнер одежды, очень интересный, веселый, классный человек. С Яной мы покатались весь день по ее производствам, по-моему, показали ее магазин, снимали внутри ее автомобиля в пути, когда ехали. Ну, вышла классная передача. Потом была Юлия Викул, ныне Лисовская, оратор, очень классный тренер по
речи, наверное, я посещал ее курсы «Говори уверенно». Ну, очень интересный человек, мы с ней тоже гуляли по городу, показывали места, были у нее дома. В общем, кому интересно, это все можно посмотреть у меня в YouTube. В общем, такой проект, получается, городской был. Следующий на очереди был Владимир Алексеев, но потом у меня что-то случилось с техникой, какие-то поломки, плюс упало там вдохновение. С Алексеевым мы даже проработали локации, в которых будем снимать. Была там и его семья, и гараж, и училище, где он преподает, и какие-то концертные закулисные дела. Но тогда программы и не дошло. Проект заглох, так как я еще снимал свои влоги, и во влогах, в принципе, тоже показывал много интересных людей. Но там это было не целиковые сюжеты про какого-то человека, а люди попадались эпизодически, либо какая-то там третья-четвертая часть влога была посвящена той или иной личности. Там был не только Николаев, но там была и Украина интересная мне, и были очень классные персонажи, и музыканты, и татуировщики, и всякие travel-блогеры, ну и просто различные мастера, хендмейд-мастера и всяческие крутари. Вот. Потом как бы все это подостыло, и вот как мне сейчас кажется, что тогда, возможно, для Николаева особенно, я опередил время. Вот. И вот проект «Время пить чай», он получается возрождение старых идей и реализация старых задумок. Сегодня это воспринимается народом интересней, лучше, и, соответственно, ну, я так понял, что нужно продолжать. Что из себя сегодня представляет этот проект? Мы пьем чай с людьми города и разговариваем об их деятельности, об их жизни, о том, что их вдохновляет, и о городе Николаеве, куда они ходят, что им интересно, хотели бы они уехать отсюда, не хотели бы они уехать. А гостей выбираю я, приглашаю я. Были несколько людей, которые просились поучаствовать в передаче, но пока нет, потому что у меня есть определенное видение, как это будет дальше развиваться. Вот. Каких-то конкретных сценариев или определенных правил нет. Это живой проект, он трансформируется. Трансформируется в зависимости от гостей, от того, от условий, как мы это записываем, и от отзыва наших слушателей и зрителей. Опять же, создавался он для YouTube, но, как показала практика, люди сейчас больше слушают, еще благодаря YouTube премиуму ролики, записанные на YouTube, чаще слушают уже просто в дороге, в наушниках, и было принято решение пойти на подкаст-площадки, потому что хочется быть ближе к слушателю, и хочется тоже ценить его время, раз мы делаем беседы часовые. Соответственно, надо делать так, чтобы люди могли заниматься чем-то еще и слушать нас попутно, как бы фоном. Поэтому сейчас идет основной акцент на подкаст-площадки, и, соответственно, ютубчик остается обязательно для тех, кто любит посмотреть. Ну, если интересно же посмотреть на героя, на его мимику и на то, какой чай мы пьем. Снимаем мы все в моей берлоге, которая является и моим офисом, и шоурумом. Собственно, я сейчас здесь сижу, почему слышны посторонние какие-то звуки, потому что это офисное здание, бизнес-центр, все время ходят какие-то люди, это не студия специально оборудованная, потому что это все делается в личное время, либо вот как сейчас вообще в какой-то перекур. Я свою берлогу открываю в 11, пришел на час пораньше, отписываю сейчас вот это вот все, пока никто ко мне не постучался, и, соответственно, сейчас верну, а редактировать, когда уже буду, меня будут посещать какие-то люди, клиенты, и мне надо отвечать, так как я руковожу еще и интернет-магазином, и являюсь его и владельцем, и лицом, и упаковщиком товара, и сам же курьер, поэтому в перерывах монтируются и делаются все вот эти вот влоги. Огромное спасибо всем, кто слушает, кто пишет какие-то комментарии, дает какую-то обратную связь, положительную, отрицательную. Мне все это очень важно, потому что мне интересно, как проект должен развиваться дальше. И очень хочется отметить, конечно же, мою жену Таню, которая меня сильно вдохновляет, которая мне помогает. Мы обсуждаем с ней каждого гостя. Она помогает мне с вопросами. Есть даже такие передачи, где в основном вопросы составляла она. Она все это дело снимает, следит за тем, чтобы камеры не отключались, чтобы был нормальный ракурс. Монтажом уже занимаюсь я, но даже, например, какие-то цитаты для того, чтобы потом вынести в тизер,
она уже записывает в момент съемки. То есть мы сидим, снимаем, беседуем, а Таня уже точкует какие-то интересные моменты, на которые надо будет обратить внимание. Помогает мне с фотографиями, с обложками. То есть, ну, этот проект точно не мой, а наш семейный, и она прикладывает большие усилия, поэтому вот если пишете комментарии, можете спасибо писать ей тоже. Вот, также огромное спасибо за донаты, потому что, ну, как вы понимаете, знаете, проект не коммерческий, а хочется, чтобы какой-то звук, какая-то картинка была все-таки нормальной. Ну, а я, в свою очередь, стараюсь платить тоже каким-то добром, выпускаю свой мерч. Кто не знает, я уже специально выпускал шапки, выручка с которых идет, опять же, на поддержку проекта. Вот, я выпускаю спортивные костюмы, сейчас запущены снэпбэки. Собственно, кому интересно, всегда можете зайти в мой магазинчик, связаться со мной и прикупить себе что-то прикольненькое и знать о том, что вы являетесь частью такого небольшого интересного проекта. Все вещи я делаю лимитированными партиями. Те же спортивные костюмы я вообще нумерую. То есть у каждого какой-то свой уникальный номер на толстовке либо на спортивных штанах. Все, это в принципе все, что я хотел сказать по поводу проекта «Время пить чай», потому что были такие вопросы, типа, кто следующий гость, а будет ли там Петя Аист, а будет ли там Сергей Михалок. И, кстати, да, чуть не забыл. Возможно, я же говорю, нет никаких правил. Для начала это проект о людях города. Но так как я общаюсь с интересными людьми из других городов, и эти интересные люди время от времени посещают наш Николаев, соответственно, скорее всего, я сделаю рубрику «Гости города», где мы будем общаться с теми, кто сюда приезжает, спрашивать у них, что им в Николаеве нравится, что им в Николаеве не нравится, ну и вообще за их какие-то интересные моменты по жизни. Вот. Все, хорошего дня, не буду напрягать ваши уши, не болейте, пусть всегда будет солнце. Обнял, всем пока.